Привет, друзья! У нас сегодня очередная посылка с интернет-магазина GearBest. И также она была доставлена у нас новой почтой. Сразу в руки на дом принесли вот эту посылочку. Как вы все поняли из названия, здесь будет Wi-Fi адаптер Mi Xiaomi. Вот так вот запаковано все, да, стоимость его где-то $3.5, и я удивился то, что реально домой принесли новой почтой. Я думал, новая почта обычно будет с GearBest привозить более дорогие товары, такие как телефоны, планшеты и все остальное. Но нет, пришла именно новая почта, и очень быстро, буквально там 2 недели, принесли в руки и вручили. Я заказал, как вы поняли, да, здесь Wi-Fi адаптер от Xiaomi. Потому что у меня есть вот такой вот, когда-то я заказывал на AliExpress вот такой вот адаптер. Ребята, никогда не заказывайте данную модель адаптера, я не знаю. На каких бы роутерах я не пробовал, на каких бы компьютерах я не пробовал, но скорость, блин, больше чем 2 мегабита, она вообще не поднимается, очень редко там до 5. Пробовал на разных роутерах, ребята, говорю, попробовал на Tandy, пробовал на TP-Link, пробовал на Asus, который был у меня на распаковке. Ну вообще реально, не выдает обычный какой-то даже самый простой Wi-Fi адаптер. Адаптер лучше работает, чем вот эта вот херня. За эту я отдал $5, за вот этот вот адаптер, который я думаю, что он будет работать, я отдал $3.5. Ну вот видите, да, запаковано просто в обычный конвертик, никак оно не сомкнуто, ничего. Запаковали, привезли, отдали. Ну вот видите, да, больше ничего в GearBest не положил. Вот такой вот у нас адаптер, заказывал белого цвета. Что у нас? Видите, да? Xiaomi, все как нужно. Интересная такая политурка, все. Фирменная упаковка Xiaomi. Здесь у нас находится сам Wi-Fi адаптер. Шнурочек, чтобы это дело подвесить, да. Сам вот такой вот Wi-Fi адаптер. Он же его можно использовать как точку доступа. Вот такой вот, видите, Mi. Все написано. Все классно. Ну и здесь у нас идет инструкция. Все, что как куда, на китайском языке. Сейчас мы его, ребята, подключим, чтобы проверить, классная ли штука или не классная штука. И будем делать свои выводы. Так что пошли подключать его к компьютеру. Ну вот реально, прикольная штучка вот такая. Ну что, ребята, сейчас будем подключать данный Wi-Fi адаптер к компьютеру. Для этого нам нужно будет установить программное обеспечение. Ссылку на это все дело я вам оставлю под видео. Устанавливаем программку, да, саму. Но она у нас идет, будет на китайском или же английском языке. Для того, чтобы ее русифицировать, дальше вот эти вот 3 файла, которые у нас остаются, мы просто копируем в ту папку, куда у нас установилась программа. Установилась программа, скопировали файлы, можно теперь запускать саму программу. Запустили, и он у нас требует подключить сам модуль Wi-Fi. Что мы благополучно делаем, вставляем его в USB разъем. Все, сеть Wi-Fi создана, он по умолчанию задает нам вот такой вот Xiaomi Duda 4, это мой в данном случае компьютер, и пароль. Что мы можем это все дело изменить, но это по умолчанию он так дело у нас задает. Что мы видим в этой программе? Вот здесь мы можем увидеть, какие устройства у нас подключены, какие у нас забанено, добавлено, все остальное. Также у нас есть сетевое хранилище, но для того, чтобы у нас пользоваться сетевым хранилищем, нужно будет зарегистрироваться. Регистрируемся и пользуемся данным хранилищем. Также у этого устройства есть небольшая флеш-память, на которую мы можем записывать какие-то там файлы небольшого размера. Честно говоря, не скажу, насколько здесь памяти, но картинку там, какую-то фотографию небольшую добавить можно. Так, смотрите, все самое интересное, да, мы подключились, в данном случае у нас идет как точка доступа, и мы можем подключить свое мобильное устройство, да, у которого есть сеть Wi-Fi, к этому же компьютеру, к этой же точке доступа Wi-Fi, и пользоваться, если у вас, к примеру, интернет подсоединен по LAN, да, и роутера нету, мы можем создать из своего компьютера такой небольшой роутер. Ищем данную сеть на телефоне, вводим пароль, вот который у нас показан. Я же говорю, пароль все можно будет поменять, установить такой, как вам удобен, все остальное. И вот мы видим, да, у нас подключено одно устройство. Можем его запомнить. И что мы видим? Вот у нас наше устройство, которое подключено. Название его, да, передано без ограничений, количество подключений 2 раза я уже подключался. Кстати, скажу, очень хорошая скорость Wi-Fi, довольно-таки передает где-то до 50 мегабит в секунду, он передает по данному Wi-Fi адаптеру. Но меня больше всего интересует
не так, как его можно использовать как точку доступа, а как именно использовать Wi-Fi адаптер. Для этого нам нужно будет вот тут в настройках переключиться из режима в режим клиента, да, и окей нажимаем. Дальше, все, вот у нас подключено, теперь нужно сам LAN-кабель отсоединить, или же, так, вот сейчас мы его отключим. Оп, и у нас появилась вот тут вот сеть Wi-Fi. Подключаемся к своей сети Wi-Fi, который, так, вводим пароль. Далее. И что мы видим? Мы подключились. Теперь давайте посмотрим у нас с какой же все-таки скоростью будет передаваться у нас поступает сам интернет, можно так сказать. Так, открываем. Ну и на спид-тесте проверяем. Скорость у меня по кабелю где-то доходит до 100. По Wi-Fi должно также доходить, ну, до 50. Примерно так. Ну что, давайте проверим. Ну вот видите, да, 40-42. Довольно-таки хорошая скорость, 43 показывает. Ну, я же говорю, до 50 оно доходит именно по Wi-Fi. По кабелю у меня до 100 доходит. Потому что кабель есть кабель, Wi-Fi есть Wi-Fi. Ну, реально, я очень доволен в данном случае данным Wi-Fi адаптером. Очень классный. То, что можно его использовать как точку доступа и передавать тоже интернет-данные, да, через этот Wi-Fi адаптер, можно так сказать. Ну вот вы видите, да, какая скорость у нас происходит. Так что вот такой вот у нас сегодня был Wi-Fi адаптер на распаковочке с интернет-магазина GearBest. Сейчас мы, кстати, проверим, как он на телефоне, чтобы вы не думали, что я вас обману, довольно-таки хорошую скорость выдает. Для этого, чтобы нам опять надо переключиться в режим точки доступа, видите, да? Окей. И сейчас мы будем проверять. Еще скажу по настроечкам. Вот, настройки. Вот здесь тоже можно изменить свое имя точки доступа, пароль, так, уведомлять при этом. Цвет выбрать можно какой. Видите, синенький, оранжевый, зелененький, беленький, розовенький. Какой вам угодно, такой вы выставляете. Давайте голубенький поставим и будем пользоваться. Ну что, пошли сейчас проверять сам Wi-Fi адаптер, именно как передает на телефон. Поехали с вами. Ну что, подсоединились мы данной сети Wi-Fi. Видим с вами Дуда. И давайте проверим теперь скорость, про которую я вам рассказывал. Ну вот видите, 42 и отдача 33. Скорость была, кстати, разная, не знаю почему это, с чем это связано. Бывает до 50 доходит, бывает там даже и 7 выдает. Чем дальше от самого адаптера находишься, тем скорость, как говорится, пониже. Вот сейчас мы посмотрим результаты. Видите, да, 42, 43, 42, 52 даже было, 50, 35, 3 даже вот было, 7. Ну, вот это вот я начал ходить по квартире, вот такая вот скорость у меня была. Кстати, почему-то непонятно, и чем дальше, тем оно больше скорость выдавало, чем ближе, да, находился, тем меньше, если. Ну, а в основном вот эта скорость, я в одной комнате находился, я с ним рядышком. Так что вот такой вот у нас был сегодня Wi-Fi адаптер. На распаковочке, ребят, ссылка будет в описании. Ставим лайки. С вами был Вадим. Удачи всем. Пока-пока. Реально прикольная штука. Классно работает. Мне очень нравится. Ребята, подписывайтесь на канал.